как меня это все заебало, блин. 5, ну ты не мог, сука, в другом ряду уехать, падло ты такое, блять. Правый ряд свободный, нахуй я ты в левый лезешь. Не выебал, пошел на, сказал, иди ты. Эй, народ, всем привет! А я напоминаю, для тех людей, которые ищут, каким образом можно заработать в интернете, но не знают как, я рекомендую компанию Avalon Technologies. С данным проектом может получать пассивный доход абсолютно любой желающий. При этом для этого особо ничего не требуется. Достаточно инвестировать свои средства в данную компанию, а потом специалисты из Avalon Technologies вложат эти деньги в различные проекты, которые перспективны и позволят заработать как вам, так и самому проекту. Avalon Technologies довольно быстро развивается и насчитывает почти 170 тысяч инвесторов, и эта цифра с каждым днем все больше и больше растет. Минимальный депозит в Avalon Technologies составляет от 100 рублей и сроком от 24 часов, что дает вам возможность попробовать, как работает данная платформа, просто инвестировав 100 рублей, посмотреть потом на свою прибыль, вывести заработанные средства, ну а потом можно зарабатывать более крупные суммы, если вкладывать, опять же, более крупные суммы. При инвестиции в 10 тысяч рублей, допустим, за 14 дней чистая прибыль будет составлять 2000 рублей. Я на Avalon Technologies зарабатываю уже практически полгода. Это история всех депозитов, которые у меня отработали. И сейчас у меня активен депозит на 20 тысяч рублей. Я делаю депозиты на 7 дней. И за этот срок он мне приносит прибыль 2000 рублей. В общем, здесь нет ничего сложного. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся. Там ты разберешься, как можно зарабатывать. И начинай зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании. Эрон Дондон на ваши мониторы. Добро пожаловать, ребят. С вами вновь Sony и вновь Need for Speed. Заран, у нас получается прям таки неделя Need for Speed'а. Ну, сорян, так уж получилось, хотя думаю, что многие заценят, потому что смотрю, что смотрите его неплохо. Так, господа, где мы там остановились в прошлый раз? Мы город ветров не полностью прошли. Сегодня у нас состоится финал под названием «Легальные гонки». Какие же они нахрен легальные, когда это все уличные гонки, ну ладно. Так, нам дают вот такую вот тачку блевотного цвета, никаких обвесов. Мать ее, ёпищи, блевотный цвет, но... Ладно, погнали. Ну шо, Вак, it's your time, давай, погнали. Во-во, не передерживай передачу, пожалуйста. Понеслась. Решил немножко больше угла выворота сделал для разнообразия, потому что я заметил, что, по-моему, в прошлый раз слишком много было сенсы. Посмотрим. Так. Кстати, что по времени? Минута 55. Это спросит. Дай слепстрим, братан. Так, нет. Заеб... Сначала я вернул выворот, как был. Ха-ха, блин. Так крутись, ты ёпти. Так, ладно, давай-ка за этой бэхой. Теперь бэха. Что-то ты не едешь, нифига. Так, а что это там происходило, какая-то чертовщина впереди? Где тут тормозить, скажите мне, пожалуйста, если я не едем. Чтоб я так и ехал. Так, мы даже в поворот списались. Да ты шо? Да ты шо? Есть прогресс... Нафиг. Прекрасно. Чё, пятый? 2 минуты. Ага. Все это опять же быстро закончится. Давай-ка мы плавненько сюда. А теперь чё, обратно? Так, пацаны. Хлопцы выгружает, приехали. Да, реально тот случай. С тормозами как-то все очень так, непонятно. Простите. Тут можно было и не пикировать, по-моему. Можно было и дальше ехать. Так, так, так. Где тормозить? Они так уверенно проходят все повороты, офигеешь. Хотя по спидометру смотрю, все нормально. Так скорость не чувствуется в этом Need for Speed'е. Зараза. Эй, эй, эй. Годзилла. Что-то не нравится мне этот Volkswagen. Сегодня, блять. Я думаю, что этой встречке тоже он не очень понравился. Мягко говоря. Так, это уже третья пошла. Точно, я забыл, схема отпускать ногу с педали, тогда она лучше вруливается. Да, это ж Need for Speed здесь. Газом не поработаешь в поворотах. Значит, ты просто не пишешься в него. Что мы не едем, пацаны. На встречку. Здрасте. Я вам тоже рад. Да чтоб вы всрались, ёпки. Сюда. Нитро мало. Давай. Угловатые повороты не меня держат на этом свете.
сука! Не могу догнать, блин, этого лидера, ты посмотри, хоть ты пристрели. Вот себе чешет там, и хер не дует. Давай! Тварина такая, а сколько время-то было? Надо, наверное, под конец поднакопить нитро, но его юзаю всю дорогу, чтобы хоть как-то их догонять. Он не едет ни хера этот Volkswagen. Коплю нитро, все, не юзаю его здесь. Да ёб вашу! Вот к чему приводят, я уже много раз так говорил, уличные гонки. Говно это все. Давай, поехали. Юзай нитро, Сочи, юзай. Кнопочка прожимается при первой возможности. Так, мы сюда теперь аккуратненько. Летите, летите. Ну далеко же, ну реально, блин, ну невозможно угнаться. Вот вроде едем 200, а я нихуя не понимаю, что это 200, пока не посмотрю на спидометр. Как так жить-то? Нахуй. Так, вот этот. Козлы, блять! Теперь Субар нас чпекает. Так, ну хотя бы есть. На все бабки, пацаны. Рулись, блядь! Какой же ты галичный. 55? Хрен целых, два хрена десятых, потому что больше, сука, перемоток надо. Заебись. Поехали на рестарт. Нам же так нравится этот автомобиль и вообще вот это все безобразие, да? Невозможно ни оттормозить, ни врулить, ни в один поворот. Ну, просто невозможно, ёпты. Ты по голове, нахуй. Давай перематываем назад. Задолбался маты гнуть трехэтажные. Едем заново. В смысле, продолжаем. Не хочу я делать полный рестарт. Да уйдите, блин, еще один зеленый хрен. Тут он... Так, надо успокоиться. Немножечко поспокойнее. И сосредоточиться на всем этом трэше. Зри, еще один. Зелень драная. Так, топим нитро или что? Езжай, езжай. Застормозить перед вот этим говном надо. Вот ты посмотри. Да ну пиздец. А ехать вы не хотите ли? Давай, давай, 1.6, не, нормально, у нас есть темп, в принципе, достаточный для того, чтобы это гумно проехать сейчас. Если оно не пидит, конечно, в чем я не уверен. Так, продолжаем, по встречечке вот так вот и тур. Откуда вас тут столько взялось-то, а? 5, ну ты не мог, сука, в другом ряду уехать, падло ты такое, блядь. Правый ряд свободный, нахуя ты в левый лезешь? Ты что, дебил, блядь? Сейчас бы так разговаривать с ботом тупоголовым. Еще один. Давай! Секундочка, и времечко тает на глазах. На полсекунды всего лишь навсего. И полный баллон нитро напоследок. Даванем тут. Так, нахуй, едем на свою полосу, потому что тут что-то какой-то пиздец непонятный. Вписался даже поворот. Так, кто у нас тут сегодня? А в лидера? Обязательно встречка, не? Больше, сука, встречек. И какого хуя меня дернуло на него, спрашивает? Какого, сука, хуя? У нас еще есть один рестарт. Не, по-моему, а, нормально, мы выжили. Где эта встречка, блядская? Так, у меня есть нитро, че я... Пора. Пора заканчивать. И ехать на рестарт, да? А, о, последний. Ха-ха. Как меня заебало, сука, уже это все. А ну и сюда. Сончик, да хуй изобретать велосипед, а? Когда уже все за тебя продумано. Куда ты, сука, лезешь? Господи, боже мой, какая анархия тут сегодня происходит. На этих ёбаных легальных гонках.
блять! Серьезно! За***бись! Ух ты, какая шикарная тачка! С зелеными задними фонарями! А какой ивент! Ох, сейчас мы будем смаковать и будем его из раза в раз делать рестарт и кайфовать. Да? Наверное, так разрабы думали. Хотя нет, они так не думали. Ублюдки драные. Так, пора. Ручник прям таки просится этой брычке. Попал, хорош. Сделай одолжение, уйди-ка ты нахуй там сзади. Кто бы ты ни был. Хватит меня драконить. Я уж скоро наизусть, кстати, выучу все это говно. Да врубы. Просто делай что-нибудь. Хоть как-нибудь. Так. Где ты там? Ать! Да вы заебите! Ну просто заебите! Ты посмотри на эту гниду! Именно уж... Как он технично меня подвинул! Вот технично, сука! Блядский трафик именно в самом нужном путь, блин, в рыжем месте попадается! А все, нитро нет! Не хуй шо ловить! И сейчас встречка. Сюрприз, мадафака, ты не попал. Мимо на. Прям как морской бой. Какой-то классический. Еб, давай в стену куда-нибудь. Так, он у нас летит. Да куда ты, еще перестраивайся. Встречка. Не попала. Так, опять этот. Можно в поворот попасть хоть чуть-чуть. А теперь желательно догнать эту ту вон на колесах. Машина из знает каких там 70-х, 80-х, я еб... Выеб на второй... Не выеб на... Пошел на... Пошел на... Сказал... Иди ты... Я не знаю, где он был, но он был очень близко. Он был прям очень близко. Еб... Легальные гонки. Да я еб... Такие легальные гонки. Господи, боже мой, Need for Speed The Run. Need for Speed Кочегарь. The Run Пукан. Вот что это такое. Это дичь, ребят. Жалко, не показывают время. Там отрыв, если и был, то он был вообще дико крошечный. Потому что тот там поднажал. Итак, господа, с городом ветров мы на сегодня покончили. Далее будет все хорошо, я так чувствую. Я уже прям предвкушаю, что с каждым этапом все веселее и веселее промышленная гонка. Вот, хотя меня уже предупредили, что в последнем заезде, предпоследний заезд там будет, последнем уикенде предпоследний заезд будет. Так что, чтобы это увидеть, не забудь подписаться и жмякнуть сраный колокольчик. Вот, ставь лайк, если было интересно. На этом у меня на сегодня все, с вами был Сони. Хорошего настроения, поменьше бомбежки. Хватает ее и здесь. Кто любит бомбежку, приходите сюда. Пока, ребят.